Большой, большой привет! Это видео для тех, кто любит вот такие коврики. Коврик у меня связан крючком из э, ниточек, ленточек нарезанных из старых простыней и обрезков ткани. А также это видео для тех, кто любит котиков. У меня кошечка. Вот в данный момент она дрыхнет вот на этой вот подставке этажерки. Но тем не менее у нее есть одна любимая корзиночка. И вот сегодня я хочу вам показать, как можно связать подобную корзиночку из вот этих вот ниток лент. Просто очень часто просят показать, как из этих лент связать круглый коврик, потому что я уже неоднократно показывала квадратные, прямоугольные. Но вот круглого я не вязала в этот раз, хотя вязала их раньше, конечно же. И я решила совместить в одном изделии сразу ответ на два. Вопроса на два пожелания. То есть я покажу, как связать круглый коврик, вот из таких ниток, а также я сделаю это изделие. И это изделие будет не коврик, а лежанка для кошки. То есть это будет не просто плоский блин круглой формы, но у этого блина будут подниматься борта. Но перед тем, как вязать сам коврик, лежанку для кошки нужно будет сделать некоторую форму. Вот видите, эта розовая штука, она такая вот э, непростая, у нее бортики поднятые. Мои бортики будут также подниматься, но они будут подниматься под наклоном. То есть у меня будет своеобразная такая корзиночка. И под размер кошки нужно будет обязательно выкраивать донышко, потому что кошки разные. Вот у меня кошка большая, у меня мейн-кун кошка. Для маленьких кошек диаметр круга основания нужно будет сделать чуть-чуть поменьше. То есть ориентируйтесь на свое создание и под него делайте это изделие. А вот та самая корзиночка, которую обожает моя кошка. Вот если перед ней поставить несколько, она выберет именно эту корзиночку. Вот сейчас я измерю донышко, какой размер. Вот в моем случае донышко 30 сантиметров. И, соответственно, большой диаметр у нас идет... Так, сколько здесь? 40. Высота у нас получается где-то сантиметров 12. То есть выше делать не надо, потому что кошка может мордочку положить вот на эти борта. Первое, что я Делаю, и это делаю каркас, по которому потом буду уже вязать. Значит, я снимать буду только вот маленькие кусочки, ну, показать вам смысл, как суть, вернее, как это все я делаю, чтобы было понятно. Значит, смотрите, я сделала круг, вырезала, склеила в три толстых слоя, то есть у меня круг довольно-таки толстый получился. Далее сделала вот такой вот ободок. Потом дополнительно вторым слоем я еще пройду, чтобы покрепче было. Значит, какая идея дальше? Я вырезала вот такой еще круг, круг будет вот здесь приклеиваться. То есть я все леплю на малярный скотч, потому что все это будет внутри, все это будет не видно, и главное, чтобы все зафиксировать, чтобы все не развалилось. Вот так. То есть вот такой круг я сейчас еще выкроила, приделываю. Это будет как бы такой бортик, вот так покажу сбоку. И от круга пойдет вот прямая вот еще такая. Вот такая получается как бы тарелка тарелка из картона. Я вам покажу вот выкройку этого бортика. Вот с ней я очень долго, потому что мудрила. А как оказалось, делается вообще элементарно. То есть выкраивается круг, допустим, 31 см у меня круг. И соответственно, радиусом в 31 см я чертила вот эти две линии. Точнее, только нижнюю. А здесь плюс 10 см добавила и начертила вторую. И соответственно вырезала. Вот на картонке я вторую деталь себе еще заготовила. То есть я просто укреплю, потолще сделаю немножко. Но естественно надо брать картон, который все-таки гнется. Я сначала хотела из толстого, но толстый вообще не согнешь, потому что направление вот этих вот в линии здесь идет и все это заламывается и получается, конечно, плохо. Но там не будет видно, особо, поэтому ничего страшного. Такая конструкция у меня в итоге получилась. Ну, хотела по-простому, вышла как всегда. Но зато вышло очень так капитально, прочно, толстенько, и каркас точно хороший получился. То есть, она такая, типа тарелки с покатыми бортиками. И вот этот вот я сделала все, вклеила малярным скотчем, больше ничего делать не планирую. И теперь я на нее буду вязать уже чехол. Этот чехол является и круглым ковриком одновременно, как просили вот некоторые снять такое видео. То есть, как вязать коврик, как делать эти прибавки, чтобы все равномерно все увеличивалось, и чтобы этот круг был ровненький. Вот с этого круга я и начну. А дальше уже будем делать прибавки и подниматься вот на эти борта. И все вывязывать уже по форме. Чехол будет съемный, разумеется. Все легко снимается, можно постирать, и будет все классно. В работе я буду использовать вот такие вот нарезанные ленты. Это ленты нарезаны у меня из остатков ткани, то есть это новая ткань. Это не простыни. Но, в принципе, можно связать и из простыней. Вот данный клубок нарезан у меня из детской простыни. Тоже хорошая получится лежаночка, простыня практически новая была. Вязать даже такими будет мягче. То есть смотрите, что у вас есть наличие из того, и можно связать. Я буду вязать из этих ниток и плюс добавлю какие-то еще другие цвета, чтобы лежанка была интереснее, чтобы она была не одного цвета, а какие-то были на ней полосочки. Так красивее. Сам круг я буду вязать по принципу обычного круглого вязания с прибавками. У меня будет обыкновенный круг, в котором будет не спиральное вязание. Почему не хочу вязать спиральное вязание? Потому что... Я буду делать переходы на другие цвета, нитки буду менять. И, соответственно, чтобы не было видно вот этих переходов, лучше делать вот как я покажу. Сейчас я кратко расскажу основные принципы вязания ровного круга, чтобы это был именно круг, а не многоугольник. Просто если делать неправильно прибавки, то получаются на круге такие острые уголочки. Для этого есть правила, чтобы этого не было. Итак, для вязания ровного круга я буду набирать 4 воздушные петли и замыкаю их в круг. Иногда рекомендую сделать петлю амигуруми, но вот в данном случае, потому, потому как у меня вот такие вот нитки, хитрые довольно-таки, они будут плохо затягиваться. Поэтому я наберу 4 воздушные петли, замкну в круг. И первый ряд, который я буду провязывать, вот, а я написала 6 столбиков без накида. Обращаю ваше внимание, данное вязание у меня будет вязаться столбиками без накида. И для него идет свой расчет. Если у вас столбики с накидом, там расчет немножко другой. Касаться этого не буду, чтобы просто вас не запутать. Итак, первый ряд. Я провязываю 6 столбиков. Здесь никаких прибавок больше нет. А далее смотрите: каждый последующий ряд второй, третий, четвертый и так далее, идет, идут прибавки. И прибавки идут равные вот этой самой цифре, той шестерке. То есть во втором ряду мы прибавляем 6 петель, 6 столбиков, получается всего 12 петель в круге в этом. В следующем, третьем ряду идет плюс 6 снова, получается 18 петель в круге уже. Далее плюс 6, 24 и так далее, и так далее, и так далее. То есть в каждом последующем ряду прибавляются 6 новых петель. Также обращаю ваше внимание. Нельзя вязать прибавку а, на том месте, где в предыдущем ряду уже прибавка была. То есть прибавку над прибавкой вязать нельзя. Иначе в этом месте у вас получается угол. Угол а, получается вот на вот этом вот круге. Вот будет такой вот торчок. И чтобы их избежать, нужно разбрасывать вот эти прибавки по ряду в шахматном порядке относительно предыдущего ряда. Надеюсь, это понятно. Я буду сейчас это показывать. Просто я специально вам даю вот эту вот схему, чтобы вы записали, если хотите. То есть вот в данном случае в третьем ряду прибавка идет через одну петлю, во втором через две петли, то есть сдвиг идет, сдвиг прибавки. Далее через три, 4, 5 и 6. То есть относительно предыдущего ряда у вас все время идет сдвиг. И вот из-за этого у вас получается ровный круг и никаких вот таких вот уголков у вас не будет. Вот на это обратите внимание, будет все хорошо. Итак, начинаю вязание. Это у меня, еще раз повторю, хэбэшные нарезанные ленты из новых тканей, из обрезков, из остатков. Ширина ленты примерно 1 сантиметр. Крючок номер 6 я набираю 4 воздушные петли. Вот эту первую я не затягиваю, потому что я в нее потом буду делать замыкание, и чтобы было удобнее вставить крючок. Вот одна петля на крючке есть. 2, три, четыре. Теперь я вставляю крючок как раз вот в это вот колечко, которое у меня осталось. захватываю нитку и протаскиваю сразу ее через все петли. Вот так. И вот это колечко немножко теперь затянуть. Все. Цепочка из воздушных петель замкнулась. И теперь можно вязать первый ряд. Первый ряд это 6 столбиков без накидов. А чтобы к нему перейти, я должна поднять вязание на 2 воздушные петли вверх. Один 2. Значит, смотрите, вот этот вот подъем, он также является и столбиком, поэтому я должна провязать, буду сейчас не 6 столбиков без накида, а всего лишь 5. Этот уже связан, получается. Провязываю. 1. 2. Нитку я увожу вот в этот круг. То есть я ее также завязываю в вязание. Третий. Четвертый. И пятый столбик. Я провязала пятый столбик с накидом, и теперь я должна замкнуть этот круг провязав соединительный столбик. Я вставляю крючок под вот эту первую косичку. Ее вот хорошо видно. Вот она с лицевой стороны. Захватываю нитку и провязываю ее сразу через все петли. Вот такой получился кружочек. Это первый ряд. Далее я провязываю две воздушные петли подъема. Они же будут являться и столбиком без накида для следующего ряда. В следующем ряду у нас идет прибавка. Прибавка идет плюс 6 новых столбиков, как я сказала. И этот э, столбик мы также считаем. То есть я должна сейчас связать вот в эту же косичку еще раз. То есть считаем это вот 2. Дальше в следующую косичку 2, 2 столбика без накида. 1, 2. То есть всего 4 должно быть, смотрите. 1, 2, 3, 4. Вот первый, вот можно пометить его каким-то маркером, если хотите. Итак, я в каждый предыдущий столбик провязываю по 2 столбика без накида. То есть делаем прибавки, делаем расширение круга. я провязала последний 12 столбик без накида. И теперь я должна соединить, замкнуть круг. Вот смотрите, вот тут для ориентира даже хорошо видно. Вот такая вот шишечка как бы. Вот относительно нее слева идет первая косичка. И вот сюда я вставляю крючок. Вот в эту первую косичку. И сразу же провязываю ее на, ну, в петлю, которая осталась на крючке. Все, я замкнула этот круг. И теперь провязываю 2, 2 воздушные петли. Вот так. Итак, вот мой третий ряд. Смотрите, я буду делать прибавку над первым столбиком предыдущего ряда. И потом будет столбик просто без прибавки. То есть у меня получается один уже есть. Как я говорила, этот вот подъем мы считаем как столбик, и сюда же я ввожу крючок снова, провязываю второй столбик без накида, вот так, то есть две. Далее у меня идет один столбик в одну петлю, далее два столбика в одну петлю снова, то есть через один получается идет, потом снова одна. снова 2 и так далее до конца ряда довязываем ряд полностью чередуя через один вот эти вот рапорты я подхожу к концу ряда здесь у меня идут два столбика в одну петлю затем вот он последний один столбик идет и соединительная такая петля полустолбик. Вот опять же смотрите, чтобы вам ориентироваться. Специально показываю еще раз. Вот эта шишечка. Относительно нее вот петля первая пошла косичка. И вот под нее вставляем крючок. Вот так вот. Раз и соединили. Вот так получается. Круг замкнулся. Вот такой он получается уже хорошенький. Вот это был третий ряд. Четвертый ряд. Я должна делать уже шаг э, в две пустые петли, но ну, назову пустыми, потому что там нет прибавок, чтобы нам не запутаться. То есть я провязываю 2 воздушные петли. Это как бы первый получается у меня столбик. А в эту же теперь петлю я не провязываю. То есть считаем 1, во вторую снова один. Вот у меня написано плюсик, плюсик это по одному. И потом пошла прибавка. То есть я провязала два столбика без накида, каждый в свою косичку. Теперь я провязываю расширение из двух столбиков в одну петлю. Так, и снова один и один. Вот я все-таки очень рекомендую записывать хотя бы на первых порах, потому что можно запросто ошибиться. Если вы ошибаетесь, круг получается уже не такой ровный и равномерный, у него могут какие-то углы образоваться. Вот обязательно записывайте, не спешите первые ряды. Я подхожу к концу, вот у меня первая была петелька, вот она розовая в данном случае. А здесь у меня в конце идет два столбика в одну петлю, вот я провязываю второй. И соединительная петля у меня должна пойти вот именно вот в этот розовый столбик. Ой, точнее, под розовую косичку неправильно сказала. Следующий ряд, пятый у меня будет следующим. Над первым столбиком я буду делать раздвоение, то есть буду делать прибавку, и потом три столбика без накида у меня пойдут. Итак, так я буду чередовать. То есть у меня предыдущий был с этой стороны прибавка. Данная новая прибавка будет вот здесь. То есть шахматный порядок, обратите внимание. Здесь, 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 здесь и так далее. То есть нарисуйте для себя какую-то такую схемочку. И по ней уже смотрите, где вам сделать правильные прибавки. Но основное правило, что должно между прибавками быть вот именно то количество петель, о котором я сказала. Вот согласно той табличке, которую я вам показывала в самом начале. То есть в данном случае я провязываю снова 2 воздушные петли. Они же являются первым столбиком. И сюда же провязываю второй столбик. Вот так. Все. Две сделала. Теперь три столбика. Без накида я провязываю просто так. И опять раздвоение, то есть два столбика без накида в одну петлю. И так до конца ряда. Вот таких рядов нужно связать ровно столько, сколько будет донышко лежанки. Я Буду вязать и буду вам показывать, если какие-то будут новые какие-то действия в работе. Но в частности я буду менять цвет и покажу, как заменить цвет так, чтобы у вас круг полностью замкнулся одного цвета и новый цвет начался на другом уже ряду на другом круге. Пока я просто буду вязать дальше, соблюдая вот эти основные правила. И все-таки я решила вам еще раз показать по поводу схемы, как сделать удобнее. Вот эта схема, конечно, удобная, но смотрите, вот закончилась она, а дальше непонятно, что я для себя сделала. И вам советую сделать то же самое, в принципе. Так будет вам самим понятнее, нагляднее и проще. Значит, берете листок бумаги и всю эту схему вырисовываете в линию. То есть не в круг, как здесь, а в линию. Значит, первый ряд я пишу вот с этого угла. Первый ряд. Здесь у нас идут 6 столбиков без накида. Вот он. И, соответственно, я рисую 6 плюсиков. Рисую редко, потому что дальше будет расширение идти, и там надо будет место больше. 2, 3, 4, 5, 6. Но я поначалу буду все, все ряды прорисовывать. Так будет просто на самом деле понятнее. Смотрите, второй ряд у нас идет. Это 12 петель должно быть. 12 столбиков с накидом. А здесь у нас идут прибавки в каждом вот этом предыдущем столбике, соответственно. Я рисую галочка, галочка и так далее. То есть всего у нас получается 12 столбиков с накидом. Дальше третий ряд. Здесь получается 18. И должны мы чередовать через одну. Я пишу единичку. То есть смотрите, что получается в третьем ряду. В первом, вот в этом вот месте, рисуем галочку. Соответственно, из этого столбика у нас будет раздвоение. Потом плюсик. Здесь нету. Раздвоение, плюсик, раздвоение, плюсик. А следующий, четвертый ряд у меня идет. Это 24 столбика. Здесь у нас идет шаг 2. То есть через 2. Соответственно, я рисую. Вот у меня вот плохо нарисовал здесь с краю, не совсем будет видно. Ну, ладно. Два плюсика. Вот две эти ножки, это два плюсика. А здесь у меня идет сразу а, раздвоение. Рисую галочку. Два плюсика. Галочка. Два плюсика. Галочка. Ну, надеюсь, вам понятна вся эта схема. Просто почему я это сделала? Потому что я сама в конце концов запуталась. Вот, честно говоря, чтобы не было такого, лучше нарисовать и следовать своей же схеме. А, ну да, соответственно, здесь еще галочка. Вот. Значит, дальше. Ну, вот, к сожалению, здесь близко очень начала писать. Ну, ладно. Пятый ряд. 30 петель, шаг идет 3. То есть из первого вот этого столбика я делаю 2, потом 1, вот ножки от столбика 2, 3. Из этого 1, один, два, три. Один, один, два, три. Хотя бы ну, какую-то часть прорисовать, чтобы было понятно, как идет э, схема. Вот так. Пускай дальше не буду рисовать. Дальше, шестой ряд: Тридцать шесть столбиков должно быть шаг 4. Значит, здесь смотрите: вот как дальше проще делать. Смотрим на вот этот вот ряд предыдущий, где бы нам хотелось сделать эту галочку. Соответственно, чтобы было в шахматном порядке еще. Естественно, посередине ряда. То есть, я сначала рисую галочку, вот так. Вот здесь. Она у меня будет посередине плюсиков. И дальше дорисовываю один, вот вторая, два, и вот третья, три. Три плюсика. Шаг у меня 4, тем не менее. То есть, от этой галочки я рисую один, два. 3, 4. Галочка. Вот здесь не хватает одного. Он у меня от конца ряда приплюсуется. То есть будет все равно 4, соответственно. Вот я про что: 1, 2, 3, 4. Галочка. Раз, 2, 3, 4. Галочка. Следующий ряд седьмой. 42 петли плюс. Вернее, шаг у нас идет пятерка. Вот опять же смотрим точно по такой схеме. Где бы мы хотели сделать прибавку? Тут надо вот именно смотреть на схему и прикидывать. Потому что по кругу не очень-то это понятно. Ну, здесь сложная ситуация. Здесь вот эта галочка была. То есть мы должны сместить, ну, где-то, наверное, вот здесь эту галочку сделать лучше. Вот здесь. Соответственно, раз, два, три, четыре, пять. Галочка идет сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, это про эту вот я нарисовала. Галочка здесь, и, соответственно, здесь две у меня еще осталось. Вот я, соответственно, продлеваю. Раз, два, три, четыре, пять. Галочка. Раз, два, три, четыре, пять. Галочка ну и так далее. То есть у меня идет шахматный порядок, но вот здесь такое смещение небольшое. Следующий ряд, восьмой, 48 петель. И через 6. Вот здесь уже проще. Вот здесь я галочку вот где-то вот в этом поле буду ставить. Ну, например, здесь. Вот, у этого плюсика. Соответственно, дорисовываем. Здесь у меня 1, 2, так, 3. Ушки от галочки 4, 5, 6, Ага, а здесь у меня галочка. Вот, седьмая. Вот она получилась. Вот так получилось у меня. И дальше я рисую 6 плюсиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот здесь. То есть смотрите, относительно предыдущего ряда, где вам нужно поставить галочку, там ее сначала ставьте. А уже потом дорисовывайте остальные плюсики. Сделайте хотя бы первые вот эти вот начальные ряды, вот эту вот распишите схему, и так далее, вам будет просто понятнее. Иначе вот запутаетесь, запутаетесь вот именно в начале ряда относительно чего, как ставить вот эти галочки, то есть двойные столбики. Это мой такой совет, потому что, говорю, я сама немножко тут подзапуталась, пока вязала. И обязательно отмечайте провязанные ряды, то есть вот провязали и вычеркиваете, провязали и вычеркиваете, вот таким образом как еще можно следить вот за этими прибавками. Вот смотрите, я провязала здесь уже 6 рядов, и вот, вот сейчас покажу вам крупнее. Вот они, вот эти выступающие уголочки, видите, они немножко видны. Вот они, вот они. То есть это были места прибавок. И, соответственно, если мы помним, что в седьмом ряду, вот в седьмом ряду, у меня должно быть 5 между прибавками, то есть 5 столбиков. То есть я смотрю, где у меня прибавка, и там я не должна сделать вот эту прибавку. То есть я делаю, например, вот, вот у меня первое, я сделаю вот в этом месте, сделаю прибавку, потом провязываю 5 столбиков, в данном случае 5, это седьмой ряд, и, соответственно, где-то где здесь будет у меня следующая прибавка. То есть обратите внимание вот на эти э, выступы, эти прибавки, и делайте просто между ними, новые прибавки, учитывая вот эту вот самую цифру, цифру шага 5, 6, 7 и так далее. То есть вам наглядно будет уже понятно в дальнейшем вязании, где эта прибавка должна быть. Считайте обязательно петельки между ними, и тогда у вас все будет идеально ровно и качественный такой ровный кружочек. А для себя можно делать вот такие отметки. Вот, например, шестой ряд, 4 столбика между прибавками. Ну, то есть я вот так могу нарисовать, в принципе, так понятно. Ну, э, вот, допустим, я провязала и зачеркнула. То есть этот ряд я провязала. В следующем ряду у меня идут 5. Это будет седьмой ряд. То есть между вот этими галочками 5 столбиков без накида. И так далее. Я продолжаю вязать кружочек. Вот такой уже размер у меня получился. Сейчас у меня связано 14 рядов. Из них три последних – это белая нитка пошла. Сейчас я буду менять снова нитку вот на такую красную и как раз покажу вам как это сделать чтобы было все ровно то есть чтобы не было каких, каких то ступенек и так далее но небольшой переход конечно будет виден вот как здесь например вот три петельки они немножко отличаются потому что здесь двойная нитка идет и сейчас я буду делать то же самое, только переход с белой на красную. Значит, что я делаю для этого? Все это я показывала в большом видеоролике «30 вопросов, 30 ответов». Вот обязательно рекомендую его посмотреть, потому что там очень много информации. Ссылку опубликую ниже под видео. Но сейчас я покажу еще раз. Я отрезаю нитку, которая у меня закончилась. А теперь режу ее от основания до конца пополам. То есть в два раза су суживаю ее, эту нитку. Вот так. А длина нитки примерно 15 сантиметров. Ну, может быть, чуть, чуть больше, чуть меньше. А то же самое делаю с новой ниткой. Надрезаю ее пополам. И на расстоянии 15 сантиметров примерно ухожу на конус. Вот так вот. Вот, Теперь у меня идет 15 ряд. Здесь у меня 13 простых столбиков, потом идет двойной, то есть прибавка. Соответственно, я смотрю, где примерно, вернее, где у меня идет прибавка предыдущего ряда. Вот она у меня. То есть где-то вот здесь я должна сделать прибавку. Но я не закрыла еще ряд. Я сейчас закрою этот ряд. И перейду на следующий. Нитку я отрезала, теперь я соединяю, присоединяю новую нитку, накладываю ее поверх вот этой нитки, которая осталась. И соединяю, вот у меня последняя идет петля, точнее, я соединяю полустолбиком вот в эту вот петлю косички, скажем так. То есть все, я закрыла ряд. Эта нитка потом отрежется. Эта нитка уже новая пошла здесь. Далее две воздушные петли, как обычно в начале ряда. И э, буду я делать прибавку, как я сказала, где-то примерно здесь. Поэтому я вяжу пока столбики без накида, ничего не считаю. Но стараюсь сделать так, чтобы вот эта красная нитка у меня лежала поверх белой нитки. То есть, чтобы петли уже красными пошли. Это не всегда получается но надо стараться все вот буквально две петельки я провязала двойной ниткой и дальше пошла уже новая нитка в работе вот и все так смотрю еще раз где у меня вот они две петельки то есть здесь спокойно можно делать уже э, наращивание то есть 2 2 столбика в одну петлю вот я провязала и теперь у меня идет 13 столбиков каждый, в каждую вот эту дырочку. Я провяжу несколько рядов красной ниткой вот такой. Это у меня порезанная простыня. Вот. Это также была простыня порезанная. Где-то вот такая будет красная. И потом я снова вернусь вот к этому цвету. И э, им закончу как раз вязание донышка. Показываю, что у меня на данный момент как видите, я связала донышко полностью, вот эти 30 сантиметров, и перехожу на бока. Значит, смотрите, что у меня получилось по рядам. Я вот себе все это помечаю. Так, на самом деле, намного проще и не ошибешься. Я провязала в итоге 19 рядов. Прибавки были через каждые 17 петель. Вот, закончилось. С 20 ряда я начинаю поднимать борта. Вот я тоже себе Пометила. И э, помещаю также этот ряд 20, я вяжу уже без прибавок. И буду по контуру вязать. Вот э, в 20 ряду прибавок не будет. А в 21 -м и последующих, 23-25, я сделаю по 3 прибавки на весь круг. То есть я распределю. Маркерами помечу, где мне сделать три прибавки, и вот в этих местах буду делать прибавки, опять же, в шахматном порядке, через ряд. То есть в 23, например, здесь, здесь и здесь, а в 25, здесь, здесь и здесь. Ну, соответственно, чтобы в шахматном порядке распространялось. И буду вязать вот до этого места. Далее у меня пойдет снова вот такое же вязание. То есть 6 прибавок будет э, вот в круге, чтобы вывязать вот этот вот бортик. Получается очень здорово, мне нравится. То есть, видите, сразу получается какая-то законченность в работе. То есть, была картонка такая вот страшненькая, некрасивая. Будет вот такая красивая штука. Когда свяжется целиком, вообще будет, мне кажется, здорово. То есть, получается, снова из ничего мы делаем вот хорошую, интересную вещь для своей котеньки. Вот и котенька сидит в такой же миске аналогичной. Вот не знаю, как у вас, а моя вот любит такие корзиночки какие-то вот плетеночки такие низенькие. Я почему низенькую, собственно, и сделала. То есть вы можете связать подобную вещь вставку в какую-то корзинку, например, в какой-то тазик, если у вас есть что-то похожее. Также эти лежанки могут и собачкам маленьким тоже понравиться. Ну, то есть смотрите сами по ситуации. Я связала бортик вот такой. И уже перехожу на вот эту вот плоскую сторону, где будут делаться прибавки точно по такому же принципу, как и здесь в круге. То есть на каждый ряд 6 прибавок. Здесь совершенно точно такая же конструкция по прибавкам идет, как и там. Я уже два ряда вот я красной нитки добавила два ряда связала сейчас уже эта, эта шляпа ну похоже на шляпу отворачивает свои поля и я буду вязать дальше значит смотрите еще раз я записываю все ряды если кому то интересно можете сделать Стоп-кадр и принтскрин сделать. И также, как видите, ставлю вот эти меточки, где я делаю прибавки, чтобы в следующем ряду прибавка не попала в это же место. Прибавка будет где-то вот здесь. То есть я смещаю в шахматном порядке относительно вот этих вот меток предыдущего ряда. И вот что у меня получилось с краешком. То есть, после вот этого белого ряда я провязала еще 10 рядочков основными ниточками основным цветом. И вот такая у меня шляпа, лепешка, тарелка, не знаю, как это назвать, получилась. Теперь, конечно, самое интересное, мы начинаем надевать вот это вот связанное изделие на каркас. И сейчас, конечно, будет самый интересный момент. То есть она, видите, как такая вот получается, вот такая корзинка, такая миска, но не совсем ровная из-за того, что я делала разные прибавки надеваю и она прекрасно ложится на эту форму потому что я все-таки вязала по ней и вот смотрите что получается вот такая штука просто кстати классно и почему-то напоминает мне колесо значит смотрите я довязала вот так то есть у меня здесь буквально вот рядочка не хватает и край болтается. Вот э, что я тут хочу сделать, чтобы вот такого не было, потому что будет вот задираться, соскакивать. Я сейчас отрезала нитку, которую вяжу, сделала ее еще уже. Я срезала треть нитки, она, видите, такая тоненькая совсем стала. И вот этой тоненькой ниткой я сейчас провяжу еще один ряд. Э, Из-за того, что нитка уменьшилась, она немножечко стянет стянет вот это вот вязание. То есть ряд будет поплотнее по как бы. Вот. И если этого будет мало, я еще один ряд, последний самый, провяжу уже с убавками. То есть через каждые, ну, например, пять столбиков я сделаю убавку, чтобы завернулось вот туда, вовнутрь изделие пошло, полотно пошло. Но если мне вот одного ряда сейчас хватит, я этого делать не буду. То есть как вариант, я вот пока прорабатываю две идеи и сделаю, что получится правильно. Просто тогда эта штука натянется вот так вот туда вот зайдет за вот этот вот шов, точнее не шов, а бортик, и закрепится, то есть не будет ничего слетать. Натянуть можно будет легко, без проблем, и будет держаться. И вот такая вот интересная штука получается уже она мягонькая кстати, сюда можно вставить какие-то поролоновые вставки, например, на донышко вот на эти борта, чтобы было... кошечки было мосечки кошечкины было мягко спать, ну так получается у меня. ну все, я довязала последние ряды, значит более тонкой ниткой я провязала предпоследний ряд и последний ряд я провязала той же тонкой ниткой в таком виде 4 столбика без накида и потом э, из двух столбиков делаю один, то есть делается убавка. То есть, чтобы немножечко полотно все стянулось. Вот так это все выглядит. Но здесь пока не видно, сейчас на э, вот этой штуке будет видно хорошо. И надеваю теперь на каркас. Вот бортик у меня перекрывается и немножечко подтянулось туда вот вовнутрь. Все расправляю теперь. Ну, можно было еще рядочек или два связать вот на меньшем количестве петель, чтобы туда вообще этот вот бортик завернулся. Ну, в принципе, можно так оставить. Вот такая получилась. Классная лежанка для кошки. Мне очень нравится, кстати говоря. Просто когда я это все задумывала, я даже не ожидала, что будет так интересно. Ну, прикольная штука такая. Получается, из ничего сделали вот такую замечательную вещь. Как я и говорила, ее можно использовать как для кошки, так и для какой-то мелкой собачки. Я думаю, что понравится и тому, и другому. Вот так вот я все доделала. Надеюсь, вам понравилась идея. То есть я вам показала, как вязать круглый коврик, как делать правильно прибавки, чтобы равномерно все полотно вязалось. И также из этого круглого коврика я сделала вот такую классную полезную вещь. То есть лежанка для вашего домашнего питомца. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите другие мои видео на тему вот этих ковриков, если вам эта тема интересна. У меня на обоих моих каналах на YouTube и на Дзене есть отдельный цикл вот по таким коврикам из ХБ ниток. Но я называю нитками так понятнее. Я с вами прощаюсь на этом. До новых встреч! Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал на Дзене и тем самым поддержите меня там. Там есть еще статьи дополнительно помимо видео. И э, также там можно писать комментарии, точно так же общаться и смотреть видео в нормальном, хорошем качестве и с нормальной скоростью. Все, до новых встреч. Всем пока. Иди сюда, давай, залезай. Залезай, залезай. Тебе, тебе сделала. Давай, залезай. Ну давай, давай, залезай. Ну, садись. Ну залезай. Ну давай, давай, иди сюда, иди сюда. Потом посмотрим. Не хочет. Вот так вот. Ну, примерь, примерь, Как Так.